Пока на площадях и улицах Харькова требуют референдума и федерализации, европейцы предлагают помощь в реформировании местного самоуправления и развитии региона. В Харьков представители Ассамблеи европейских регионов приехали с конкретными предложениями. Уверены, учитывая опыт 230 регионов-членов из 35 стран, они смогут реализовать как в Харькове, так и в Украине конкретные программы. Ведь одним из основных приоритетов организации является как раз усиление власти в регионах. Власти всегда находятся ближе к людям, поэтому нам нужно обязательно быть сильными. И Европейская Ассамблея является организацией, которая объединяет разнообразные регионы по всей Европе. Они разнятся по географическому своему местонахождению, так и по организации своего управления. Поэтому системы управления также будут в фокусе нашего сотрудничества с тем, чтобы мы могли заимствовать только лучшее и не допускать те ошибки, которые были допущены в некоторых регионах. И уже во время обсуждения перспектив сотрудничества звучат конкретные предложения с обещанием учитывать все особенности регионов. Мы можем организовать в вашем регионе семинары, в которых будут участвовать наши эксперты, которые будут говорить как раз о тех вопросах, которые вы уже затрагивали, о децентрализации и о регионализации. У нас с нашим президентом специальные очки, с помощью которых мы можем анализировать все, и мы делаем все, принимая во внимание те особенности, которые есть в каждом регионе. С харьковской стороны говорят, тоже есть чем поделиться, но и готовы сами учиться, особенно в области местного самоуправления. Организация, которая дает возможность лучше узнать друг друга. Ассоциация аккумулирует в себе интеллект этих регионов, их возможности, особенности и, самое главное, создает условия для подписания межгоризонтальных связей, которые очень часто заканчиваются реальными проектами. И первый шаг к региональным проектам сегодня уже был сделан. Обе стороны подписали меморандум о сотрудничестве, в который включен целый ряд вопросов. От обмена опытом регионального самоуправления до программ для молодежи и инвестиций в регион. Теперь слово за рабочей группой. Оксана Нечипаренко, Алексей Антонов, агентство телевидения «Новости».